Всем привет! Сегодня я наконец-то получила свои 3 посылки и сделаю на них небольшой обзор. Ссылки на магазины, в которых я заказывала свои товары, я оставлю. Сегодня это 3 разных продавца. Первая моя посылочка пришла мне с магазина Easy Soap. Также ссылка будет в описании под этим видео. Заказала я много-много мыльной основы, английской основы, ее показывать не буду. Заказала вот такие вот пакетики саше с крафт-бумаги. Все открываю первый раз. Смотрю вместе с вами. Тут их 100 штук. И вот такие получаются пакетики. Их я взяла для нулевочки и для уходового мыла. Это самый маленький. Называется пакет малый. Как раз для одного мыльца замечательно. Также на сайте Easy Soap я взяла пленку термоусадочную. Тут 10 метров. Пленочка у них просто замечательная. Полурукав. Она очень-очень тоненькая. И мыло очень хорошо обтягивает. Немножко травки, вот такая вот беленькая, вот такая розовая и вот такие маленькие отдельные веточки. Дальше я заказала корзину, корзина большая, я думала она будет меньше, но зато она пришла мне целой. Вот так вот с ручкой, вот такая корзинка. Заказала пипетки Пастера, картинки. У меня очень хорошо берут вот эти игры. Заказала себе еще немножко. Я делаю на коробочках не только вот коробочку с этой игрой, но еще и пишу ник. Девчонки узнают у своих парней, какой у них ник в игре. Я подписываю его на коробочке. Там мальчишки довольны очень-очень. Это под мои часы пластиковую форму. Вот хочется мне сделать женские такие часики. И немножечко пасхальных. Но не все одинаковые. Так, также мне пришла формочка, вот такое яйцо пластиковое. Молочная кислота для нулевки. Отдушки. Это мужские отдушки Kenzo. И мужская отдушка Allure Sport. И еще одна отдушка США, свежесрезанные розы. В прошлой своей распаковке я брала на другом сайте тоже свежесрезанные розы. Та же самая душка, но я сказала, ну роза и роза, пахнет, ну и пахнет. На самом деле я ошибалась. Когда я сделала с этой отдушкой мыло, я сделала букет свой первый, добавила эту отдушку, и у меня на всю квартиру пахло свежесрезанными розами. Отдушка очень стойкая и очень яркий аромат. Франция так пахнуть не будет, до такой степени сильно и так долго. И заказала еще вот маленькие флакончики. На 10 миллилитров. Тут их целая куча. Но дело в том, что я их не дождалась. У меня были флаконы на 30 миллилитров. Я развела в них уже свою краску по поводу своих пигментов. Это были сухие пигменты, неоновые. И я их вот так вот развожу. И пользуюсь. Что хочу сказать за эти пигменты. Не помню, когда, но в начале в самом нашего канала, это одно, считаю, что из первых видео, я показывала, как я эти пигменты развожу. Есть такое видео. И вот я их разводила на видео, и они у меня только-только закончились. То есть вот по 30 грамм, ну, совсем получается недорого покупать их сухие. Вот так они выглядят. Я их развожу с глицерином, покупаю флакончик и пользуюсь. Но мне хватило полностью на весь сезон Новый год. 23 февраля, 8 марта, и вот они только закончились. И что самое важное, они не засыхают. Я много-много раз брала вот такие вот пигменты США, уже разведенные, жидкие. Но я пользуюсь, полфлакона использовала, полфлакона идет в мусор там, потому что все засохло. И цена, конечно, даже там получается даже в 4 раза дороже, чем купить вот такой вот сухой. Он бывает и в пакетиках, это в баночке. И еще с этого сайта я заказала силиконовую форму «Роза полубутон». Очень приятно, что есть резиночки. Мало кто их, кстати, добавляет. А их постоянно не хватает. И вот так вот выглядит формочка. Конечно же, все будет на видео. Я буду заливать, буду показывать. Но пока просто формочка.
Силикон плотный, неплохой. Следующая моя посылочка от Фармадила Инны с группы Амазонка Молд. Ссылку тоже я оставлю. Форму я еще не смотрела. Вот эта формочка 5 тюльпанов из разработки Мир Мыла. Вот такой орден самому лучшему мужчине. Маленькая орхидея. Бутончик тюльпана. И вот такая форма восьмерочки. Еще мне Инна положила вот такой подарочек. Тут пипетка, ленточка, бирочки и салфетка. Очень приятно. Следующую посылку я заказала у Оксаны. У нее тоже есть группа ВКонтакте. Там продается и формы, и масла, и мыльная основа, также отдушки, декорация, все, что хотите. Ссылку я тоже оставлю в описании под этим видео. У нее я заказала масла для мыла с нуля. Масло Ши. Это щелочь. Это масло кокоса, вот так в ведерке. Касторка, оливковое масло и молочная кислота. Также я заказала у нее немножко декора для своих букетов. Вот такая травка и вот такие вот кустики травки. Тоже вот такой вот целый букетище. Совсем чуть-чуть картинок, два вида. И еще отдушки. Это в основном тут идут парфюмированные, женские. Мужские. Это Эйфория, производство США. Я взяла ее для мыла с нуля. Также Оближи меня, производство США. Персик, магнолия и малина. И белый персик, и шелк. Это все пойдет в мыло с нуля. На этом все. Я пошла разбирать все свои коробки, ложить все по местам. Спасибо за просмотр и всем пока!